Иди сюда. Иди. Да стой же ты, ёпти, блядь. Сейчас, иди, гуляй. 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 Гуляй, сумасшедшая. Ну все, 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 рыжая. Ну все, беги, 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 беги. Выкинем. Уже сгнил, больше он нам тут не понадобится, я надеюсь. Дай бог, бассейн будем ставить в следующем году в другом месте. Ну, я так надеюсь. Но это не точно. Тоже надо все подрать, повыкидывать. Так, давай спокойно. Сюда иди уже. Стоять. Хоть пару недель без бог походишь. Это что такое? Честно, все. Сейчас тоже неплохо. Ну-ка, давай еще. Ты сюда, Марк, дай. Пораньше думаю, пойду подъем. Короче, до 9 мы с девчонками провалялись. Миша, иди сюда. Миша. А соседи. Мишулечка, мой девочка, иди сюда. Спасибо. Давай, 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 тебя туда же, давай. Спасибо. Иди ко мне, моя хорошая. Иди, иди, быстрее, 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 Миша. Миш, ты уже знаешь, чем пахнет, да? Иди сюда. Мишка, иди быстрее. Спасибо. Ой, вредная ты коза, а? Да не уходи от меня. Вова, спасибо. Давай, давай, тебя тоже можно, давай. Мишка! О, молодец. Миша вообще не любит эти дела, да? Так, теперь коты, коты. Камила, дыньку завтраку порезала. Руки надо здесь после вас помыть. Ничего, ничего. Очистила двор. От собаки тоже мусора много. Мы ей сено накладываем в будку. А она... раскидывает. Ну, короче, вымела все. Вымела, утка у меня там варится. Вот сейчас еще кучку соберу. Бассейн сейчас Женя проснется. Свернем. Мы его на забор повесили. Это чтобы он просох. А то нельзя его сыром, короче, складывать. Он погниет. И вот еще у меня угол остался. Угол, угол. Груш, смотрите, сколько нападало. Груш нападала тьма. Кстати, груш, я думаю, в этом году не будет. В том году их было в изобилии. В этом году груши, смотрите, падают и гниют. Сейчас мы хорошие девчонки проснутся, я не буду их собирать. Принципиально. Я считаю, дети должны помогать. Девчонки проснутся, хорошие груши подберут, которые можно потереть уткам, уткам, курам. Вот. А остальное на помойку. И тут тоже весь этот угол вычищу, вымету. Тут уже листва начала падать. Кстати, наступает осень. Ну что, козлята пообъели мои хризантемы. Ну, ожили. Ожили. Я их подстригла, они ожили. Пролила. Ну, цветов, скорее всего, не будет. Ну, ладно, корни целые, то хорошо. Я же говорила, когда садила год назад эти хризантемы, что мои хризантемы уйдут вместе со мной. Буду выкапывать и выносить.
В том году, конечно, они очень красиво цвели. Очень. Ну, что делать? Козы они, есть козы. Так, и что у нас сейчас еще в планах? Косить я буду. Я буду косить обязательно. Вот, как-то так. Ой, у нас ветерок такой. Но все равно жарко. Косила, бросила, не могу. Налила, доча? Да, конечно, обними его. Я их не обрабатывала, обрабатывала только собак. Любитель котиков. Рыжая балдеет, отпустили ее, да? Только не гладь их, Жень, они обработанные. Собак не гладь. Красавчик, он, по-моему, жрать у тебя просит. Красавчик твой. Надо и собак покормить, и котов покормить. Мне некогда было с утра. Да, красавчик? Красавчик с разодранным носом, он так и остался. Жень, не целуй. Я же не целую. Ты же не целуешь. Надо идти еды готовить. Mm-hmm. На улице пока хватит копаться. Все, я пойду кормить. Жарко. Куда пошла кормить? Yeah. Давай. А я пошла мыться, переодеваться и готовить еду. Наготовлю сразу на пару дней. Посмотрите-ка, что творится. Три девочки в доме и такой бардак. И чем наши дети занимаются? Ну-ка, дети, идите сюда. Они пока заняты. Не буду там показывать, да, они переодеваются. Они тут устроили пока смот. Жень, отрезайте все этикетки и будем первую партию закидывать, стирать. Темную давайте, наверное, для начала. Все этикетки и все мне это... Сейчас я вам тазик принесу, все в стирку. Женяй, Жень, я смотрю, у вас тут очень много носков. Скиньтесь матери по паре носков. Да, кому не жалко. Да, скиньтесь по паре носков. Женина? Это Женькина, да. У меня вот такие вот светлые есть. Вот такие с пончиками. Это Ксюша я брала. Как, какую-то я упаковку брала Ксюше, какую-то тебе. Нет. Посмотри, которая больше. По-моему, вот это Ксюша. Да. Это я в Детском мире брала, кстати, все носочки. Брала. Ну-ка, подожди. У меня с пончиками. А вот это твои, да? Да. Мне нравится особенно вот эти. А мне да, нравится то, что... Вам мне ничего не надо давать. Я же шучу, дочь. Что, с ума сошла? Мне не прям нравится с пончиками. Просто себе ложьте свои носки, запомните, у кого какие, чтобы потом не путать. Зачем ты опять это надела? Нормально, что ненормально? Мы же уже этот наряд показывали. Этикетки все сняла? Здесь, да. Да. В этот тазик ложишь только темное. Рубашки буду стирать попозже. Понятно. Сегодня буду стирать юбки и штаны темные. Туфли мягко, удобно. Да? Это на сменку мы взяли. Ну вот в них и пойдешь на 1 сентября. А кроссовочки уже попозже, потому что они тяжелые. Вот. Физкультурные штаны покажи. Мы же не показывали последние-то свои покупки. Снимай. Не снимай. Холосо. Я показывала свои. Мы еще не показывали брюки. Вот такие вот Ксюшки купили. Чуть-чуть расклешенные, такие с кармашками. С ремешком, да? Да. Свободненький, все удобно. Нормалек. По-моему, только одну пару обуви мы так и не нашли, Женьки. Ну, посмотрим. Еще у нас есть неделя, что-нибудь купим. Ну и все, и физкультурные штаны. Ты не мерила. Угу. Давай, мерь штанишки. О, три кушки Женя померила с новыми кроссовочками на физкультуру. Да, они удобные. Штаны классные? Да. Не короткие они тебе? Да нет, это ну вы бардак здесь развели, все этикетки оторвали. Да вроде, да. Молодцы. С карманами, да? Да. У тебя без надписей? Трико. Нет, на. А, с Найком. А у тебя, Донь? Пума. Пума. Ну-ка покажи свою Пуму. Давай. Такая уработанная, уставшая девка. Господи, я ничего не делала. Тоже с карманами, да? Классные трикухи. Я бы сама такие таскала. Кстати, оно может показаться коротким, только из-за того, что носки не надела. Да потому что у тебя резиночка на этом, на штанине, поэтому и кажется, что не короткие. Они с запасом, Жень. Да с запасом, знаю. Что тебе, что Ксюхе. Давайте, все вот это вот тазик в стирку, обувь прибирайте, носки прибирайте. Мне хотя бы пару носков выделите, так уж и быть, разрешаю. Да, давай. Давайте, а я буду мясо крутить. Давай, Жень, какие-то.
Да, конечно, как же без тебя-то, а? Ну, конечно. Замороженный еще. На борщ оставим. Вот такое прям мясное. Да, Кися? Ты явно сюда не за хлебом с маслом пришла. Кисюня. Ну. Вот она, борщ. Будет у нас... Это в паук. Я сварила суп с фрикаделечками. Пока у меня это, скажите, тефтели в духовке. Готовлю сразу на 2 дня. Супчик сварила. Булочки, наверное, еще сейчас постряпаем. И это самое. Гречка у нас с тефтелями. Тефтели еще в духовке, пока готовится. Ксюня, давай обедать. Вот это моя. Жиденького хочется мне. Твой любимый суп, да, дочь? Нормально? Нормально? Твой любимый, я знаю. Хлебушек вот здесь лежит. Угу. Мамуля ест без хлеба, потому что... А ты с перцем, и я тоже ем с перцем. Потому что мамуля поправилась, пока папа был дома. Пошли наши тефтелечки. 2 дня я вообще ничего теперь готовить не буду. Евгеша, проснись. Время уже. Уже скоро ужин, а ты еще не обедала. Света и Женя будут есть гречневую кашу с тефтелями. 2 дня ничего готовить не буду. Сейчас маленечко дома остынет, потому что очень жарко от духовки. И буду еще булочки стряпать. Ну, тоже немного. Один противень вот маленький сделаю, и все. Вот. Кто кушает сейчас, всем приятного аппетиту. Сейчас наложим тебе. Спасибо, булочки. Булочки со сгущенкой. Ксюнька просит слезно. Ну, я для тебя просто плюшки, если хочешь, сделаю. Да, я хочу. Угу. Сейчас еще жижечки положу немножко. Бульончику этого, кто он там, подливчику, господи, друзья, вы меня поняли. Свет, иди кушать! С мясом булочки? Да. Женя говорит, а с чем булочки? Я говорю, со сгущенкой. Она, фу, я говорю, я тебе сделаю без ничего, просто плюшечки. А она мне говорит, я хочу с мясом. Булочки с мясом. Вот Женю вот хлебом не корми, но мясо дай. В общем, этот ролик заканчиваем, а уже булочки будут в следующем ролике. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Сейчас этот ролик я выкладываю на Дзен, а на YouTube выйдет ролик завтра.